совершенно случайно, можно сказать, благодаря Саше Александру, потому что я приехал в Киев записывать свой диск, и потом ребята вот так начали устраивать концерты, и так я добрался до вас. Вот. Ну, вы лекцию хорошую прослушали, я конец застал, поэтому мы просто ее продолжим в другом варианте. То, что ты говорил, не знаю, как зовут, все правильно. То есть, ну, в принципе, вы в курсе, да? То есть существует такое движение, как строители родовых поместьй, родовых поселений. Кто не знает, могу рассказать буквально в двух словах, чтобы потом к этому не возвращаться. То есть, кто был на лекции, да? Вот, человек говорил, что система перевернута с ног на голову, и поэтому отсюда все наши проблемы, болячки. Поэтому вот есть такие книжки, да, но большинство здесь читало, из серии «Звенящая кедры России». Вот. Там есть одна замечательная фраза: «Творец блеснул новой энергией». Поэтому вот все вот эти следствия, лекции, там, течения, учения, религиозность истории, они все начали трансформацию. Это действительно так. Вот. Но нам интересна вот эта идея, которая в чистом виде. Потому что, ну, с нашей точки зрения, это самый короткий. Потому что, ну, можно много говорить, там, менять себя, менять там чего-то, взгляды какие-то эти. Но самый короткий путь, когда человек осознает, что он только часть Вселенной, маленькая часть, а природа — это материализованные мысли Бога. И когда человек начинает с этим работать, а где он может с этим работать? Вот в городе назовите мне хотя бы две профессии, которые вот сейчас актуальны для вас, ваших детей, вашего рода, и будут также нести такую же нагрузку через 50, через 100 лет. Вот хотя бы две. Ну вот сколько они пытались на концертах. Доктор и учитель. Человек вообще не должен болеть. Правильно, но он, наверное, чуть не болеет. А учитель, это вот как вы только отдаете своих детей кому-то учить, дети становятся не вашими. Вообще они самостоятельные, души приходят самостоятельно. Да. Задача нас как раз как родителей, то есть вести вот их в этот мир, и попробовать понять, для чего же они сюда пришли. Я потом песню начну вопрос понять. Нет, я просто рассказываю так, как вижу я. То есть это ни в коем случае не догма, ни какие нюансы. Вот, как мне это понятно, и как это я вижу, и как это я в своих песнях отражаю, и так далее, и так далее. Вот. По ходу нашего маленького концерта, потому что придется его сократить, вопросы, если появляются, вам будут задавать. Потому что два часа у нас поезд, а в 11. Вот. Значит, родовые поместья, они что? Они позволяют работать живым механизмом Бога. То есть своего материи. То есть природы. И когда человек начинает работать с природой, а где он может работать с природой? В городе невозможно. То есть вы имеете в виду по типу того, что стерли нас? По типу того, что существуют такие экологические деревни, экологические поселения. То есть человек с новым созданием, с новым подходом к земле, с новым отношением к земле, выходит туда и начинает создавать там свою некое такое родовую структуру. То есть берет не менее 1 гектара земли, сажает свой лес, 25-30 метров, свой сад, соответственно, дом ставит, какой позволяет ему возможности, желания. Соответственно, маленький прудик делает. Ну, маленький, не маленький, у кого чего. И в этой системе, и тогда система, ей хватает мощности стать замком. То есть не надо там на 600, многие говорят, мы на 6 там упахиваемся вот так, а на гектаре, потому что представляете, там столько всего. Вот. Но когда, вот, допустим, 400 растений по периметру, еще там полтысячи внутри, они друг друга начинают поддерживать энергетически. Ну, я не рассказывал, я не сначала слышал. Ну, судя по этому, все нюансы. Но это не важно, академик, не академик. Понимаете? Какая штука. Можно быть трижды академиком, можно теоретически все это рассказывать прекрасно. А вот в этих зеленых ручках есть одно очень меткое, очень такая фраза. Если ты духовный, не развитый, не продвинутый, ты покажи реально вот, в материи, какова твоя духовность, плоды твоей духовности, материальные. Вот. И в результате все вот так вот. Поместье существует везде, в регионах, и у вас тоже. И у нас тоже, и в Беларуси. То есть, что это родовое поместье? Мы еще как-то на
многодетных родителей. Нам это интересно. Мы пришли к выводу, что эта идея объединит сейчас, через 100 лет, через 1000, актуальность она не теряет никогда. Вот. В Мальчане, допустим, есть такой клуб биоэнергетики, центр гармонии Радуга. Они строят свои поселения на основе биоэнергетики. Им интересно заниматься ими. Все поселение занимается этим. Они все биоэнергетики, они там с полями работают, с центрами и со всеми мясами. И туда обращаются, и так далее, и так далее. Самодостаточное поселение, все вопросы решают. Да. Ну, я так полагаю, что поселение крепкое, когда оно перестаешь в общин. То есть, когда все вместе, и когда родовые школы, родовая школа, учительская школа, она хорошая, конечно. Там есть чему поучиться. Ну, знаете, наверное, да, учительская. Да, как и в Альбертовской школе все эти, в Альбертовской, как правильно звучит. То есть, там есть некие нюансы, но там отсутствует участие родителей. И это неправильно. Потому что как только человек отдает своего ребенка кому-либо на воспитание, все. То есть в ребенка кто-то чужой вкладывает. Ну, сами подумайте, это же так просто. Кто-то чужой, вашего ребенка, который ваше продолжение, самое лучшее, что только у вас есть, вложено туда, на всех уровнях. На генетическом, на молекулярном. Все. Мы же всего-то не знаем. Вот, хороший вопрос. Вот для того, чтобы знать все, надо самим учиться. Поэтому. Вот родовая школа, она как раз подразумевает процесс бесконечного учета. Человек начинает стареть, когда он что? Вот он физически вырос, и все, рост прекратился. Начинают механизмы, включаются, да. Значит, логика говорит, что надо развиваться дальше. Но раз физика остановилась, развиваем что? Лирику. Все просто. В мире настолько все просто. Стойте, нагоняйте. Ну, начнем мы, наверное. Не здравствуйте, это вот всему сущему посвящение. Своих детей, сыновей и дочерей.
договоримся так. Если вот нет желания хлопать, да, то не хлопать. То есть вот иногда бывает такие вещи, когда... Нет желания. Ну, да, то есть тут у вас демократия. Россия, конечно же, через «а», потому что, ну, вот, только правительство делят нации, народы на какие-то группы. А народное население, оно везде, где бы ни приехал, всегда общий язык везде со всеми находишь. Даже если не понимаешь языка, то все равно находишь. Следующая песня называется «Ты». Запахом небес наполняет день сирени в садах цветут. Яблони и груши, Боже мой, как мне хорошо с тобой. Сердце раскрывается в тонах. Ранним утром я проснусь и к тебе улыбнусь. Здесь моя земля и здесь я дома. Моя земля, и здесь я дома. Голосом ручья песню чудную поешь, радугой другой. В синем небе зависаешь, радость и покой. В сердце каждому даешь и рукой своей нежно обнимаешь. Боже мой, как мне хорошо с тобой. Сердце раскрывается в ранним утром я проснусь и тебе улыбнусь. Здесь моя земля и здесь я дома. Ранним утром я проснусь и тебе улыбнусь. Здесь моя земля и здесь я дома. Над планетой всей лучики твоей любви в песнях ветерок. Образ унесет небесный вяв, мы воплотим. Мысли вечные твои, будет вся земля. И цветущий, и чудесный, Боже мой, как мне хорошо с тобой. Сердце раскрывается в тонах. Ранним утром я проснусь и тебе улыбнусь. Здесь моя земля и здесь я дома. Я проснусь и тебе улыбнусь. Здесь моя земля и здесь я дома. Здесь моя земля и здесь я дома. Ну и как всегда для всех, на всех концертах вообще везде в жизни, то есть нужно, чтобы рядом, конечно же, была половинка. Потому что все глобальные идеи, цели, задачи вообще... Я для себя сделаю вывод, потому что в этом мире все совершается ради женщин. Вот. Чтобы мужики там не говорили про себя, каких бы идей не задвигали, но анализ, любую вещь разбираешь, любое действие, выходишь на первую причину, все вам, все ради вас, все для вас. Потому что так устроено. Сейчас одна песня, но, наверное, в четырех частях. Первая часть называется «Знакомство». Или сегодня я тебе скажу. Сегодня я тебе скажу, пойдем гулять в осенний лес. Там ручей убежит живой, и сосны ростом до небес. Еще скажу, я так хочу, чтоб рядом ты была всегда. И стать богиней предложу, и ты с улыбкой скажешь «да». И мы из города сбежим от пешеходов и машин. От толчьи и суеты, и жаль, что едем мы с тобой. Волшебный лес не на совсем, и не на тройке удалой, а на маршрутке на
ручкой по щеке оставит мокрый след слеза. Ну вот, уже и повод есть расцеловать твои глаза. И паутинка пролетит прозрачно в воздухе лесном, и в сердце ляжет теплота осенним золотым листом. И вдруг поймем, что сможем мы, соединив свои мечты, на небе звездочки зажечь до небывалой красоты. Чтоб все люди земли снова стали мечтать, чтоб богами смогли и богинями стать, и на землю. Своими мыслями творим мы бесконечность.
В общем, процесс идет дальше. Прошло несколько лет. Наполнив силою, ты уходишь на покой. Я тоже скоро
чтоб увидеться с тобой опять, завтра встретиться с тобой, да на зорьке золотой. Колесом по небу катишь далеко издалека, и в лучах твоих купаться прилетает облака. И погреться, и сказать тебе: ой, да солнышко милое, ну да какое ж ты красивое, и весь мир наполнив силой, ты уходишь на покой. Я тоже с вами обеспокоен, чтобы увидеться с тобой опять, завтра встретиться с тобой, да на зорьке золотой. Сестрицы, землю на ночь отдаешь, землю на ночь отдаешь, колыбельную поешь, ты луне своей сестрицы, и спокойно спать идешь. Ой, да солнышко милое, ну да какое ж ты красивое, и весь мир наполнив силою, ты уходишь на покой. Чтобы увидеться с тобой опять, завтра встретиться с тобой, да на зорьке золотой. И бродяга вольный ветер, да вылетит весь белый свет, рано утро пропоет тебе привет, и подарит свой букет из цветочных ароматов, из мелодии сонне. Ой, да солнышко милое, ну да какое ж ты красивое, и весь мир наполнив силой, ты уходишь на покой. Я тоже скоро рядом с тобой, чтобы увидеться с тобой опять, завтра встретиться с тобой, да на зорьке золотой. Всплывают, взглянут на звезду, лениво на небе мерцает звезда.
Дети спят. Те же действующие лица, но в другом поместье, только у костра. Хронически забываю начало.
90-е, ну прям совсем свежие песни. Потому что она, в принципе, я писал ее специально для Ольши. А какая предыдущая песня? Кто авторского предыдущего? Ну, пока своих. А, вот предыдущая? Да. Это Таня Сорокова. Которую Оля спела? Да. Таня Сорокова из Санкт-Петербурга. Могут быть технические накладки, потому что песня еще совсем. Песня для Нины Бабиной. Подержу я семечко за щеку, подружись со мною, мою милая, посажу тебя я в землю над рекой, вместе наливаться будем силою. Посажу тебя я в землю над рекой, вместе наливаться будем силою. С белой березой я влюбусь, и на почках и поглажат почки, и раскроем мы навстречу солнышку. Я босиком, а рядом скачет радуга по брызгам. Он бежит по камушкам, я босиком, а рядом скачет радуга по брызгам. Саду лесу полю всем привет скажу, ласковое слово всем приятно, чтоб везде успенье попрошу. Чтоб везде успенье попрошу, и мы его туда бегом обратно. Всем, всем поговорить надо, улыбнуться всем, и про зайку рассказать подружке, и на баре покататься. Ожидает
Пытается ведь каждая богиня, и сотворять прекрасное должна, что станет для вселенной богиней, и звезды ждут, и солнце, и луна. Энергии бытия всегда готовы помочь создать пространство для любви и возродить к начальному истоку и свет зажечь божественных крови. О, женщины России, под этим небом синим дорога есть всегда чудесный край. Кто видит, тот увидит, кто верит, тот поверит, и на своей земле построит вечный рай, и на родной земле построит рай. У мамы, тещи, жены и сестрицы ведь счастье на земле для всех дано. И нужно нам скорее объединиться, чтоб каждого наполнило оно. Почаще улыбайтесь тем, кто рядом, спешите делать добрые дела. Пространство обласкайте нежным взглядом и помечтайте, чтоб любовь пришла. О, женщины России, под этим небом синим дорога есть всегда чудесный край. Кто видит, тот увидит, кто верит, тот поверит, и на своей земле построит вечный рай, и на своей земле построит рай. О, женщины прекрасные земные, порадуйте небесного Отца, пусть вместе с вами расцветает вся планета, и счастьем наполняются сердца. И счастьем наполняются сердца. Ну, книжка, помню, там есть строчки, да? Я иду, мне рассвет улыбается. Потом я услышал одну песню, потом услышал вторую песню, вторую я. Я иду, мне свет улыбается, я пою, все поет мне в ответ. Хорошо, этот день начинается, и вокруг столько добрых примет. Все наполнено солнечным светом, все стрекочет, шумит и свистит. Как прекрасна родная планета, все вокруг о любви говорит. Ноги нежно мне гладит трава. С добрым утром, мой милый, на ухо твоим голосом шепчет листва. Сердце бьется в груди и трепещет, хоть вокруг вроде все как всегда. Только разом весь мир изменился, ты вчера мне ответила. По чудесной зеленой дороге я навстречу с любимой иду. И пою, и смеюсь, и мечтаю, и слова, и стихи на ходу. Я иду, мне рассвет улыбается, я пою, все пою мне в ответ. Хорошо, этот день продолжается, и вокруг столько добрых. Как шахтеры вы
завоем, только спать и песни петь. Но это всем привычно, и никто не станет ныть. Хоть Россия и глубинка, а нам нравится здесь жить. Ай-я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 й
я с тобой не замечаю время, дорогой. Реки, сутки, пляжи до юга, все будет зайца растать. Зря старайся, подруга, этим нас не напугать. Все заранее готово, и фонарик на стене. Мы ж глубин не проживаем, а точнее в глубине. Снегом замело, и до самых крыш накрыло наше старое село. Но и здесь настанет лето, все запахнет, зацветет, и, наверное, тройняша кайзудов наш принесет. Ай-я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 й. Так и зиму, дорогая, скоротали мы с тобой. Ай-я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 й. Ах, спасибо, дорогая, ах, спасибо, дорогой, ах, спасибо, дорогая, ах, спасибо. Следующая песня называется «Переполненная любовь». Ты на грудь мне бросаешься сразу и пытаешься поцеловать. Я так долго ждала и скучала. От тебя я ну просто балдею, ты во всем для меня идеал. Мне не надо цветов и нарядов, ты горючей колбаски мне дал. А собака моя, дай мне лапу, да на счастье, чтобы лучше жилось. И клыки покажи, мочи порыщи, и потравкай, чтоб крепче спалось. Клыки покажи, в ночи порыщи, покапкай, чтоб крепче спалось. На рассвете меня ты разобудишь, песня радостной звукой своей. Ты забыл, что ли, мы ж собирались гулять, ну давай, просыпайся скорей. Ах, как здорово нам пробежаться, до шесть ног по родимой земле. Подудачиться и поваляться, а собака моя, дай мне лапу, да на счастье, чтобы лучше жилось. И клыки покажи, в ночи полыщи, и подавкой, чтоб крепче спалось. И клыки покажи, и в ночи полыщи, и подавкой, чтоб крепче спалось. Ты меня так всего изучила, что без слов можешь все понимать. И я тоже мечту твою знаю, ты б хотела лошадкой стать. И скакать на закате в голубе, чтобы гриву дребал ветерок. И бежал, чтобы рядом любимый, да не я, а конек-горбунек. Ну давай же скорее в морковку, да на счастье, чтобы лучше жилось. И две глотки вдвоем мы с тобою зажжем, я стану немножко конек. Вдвоем мы с тобою зажжем, я стану немножко конем. Вот такая история, братцы, не прибавить тут и не отнять. Ну пока мне пора закругляться и навстречу с любимой бежать. И пускай и у вас не буду чувства, что будоражили кровь. И мечта, и надежда, и вера, большая, большая любовь. И пускай и в вашей жизни буду чувство, что зажилась кровь. И мечта, и надежда, и вера, и большая, большая любовь. И большая, большая, большая более серьезные вещи. Хотя я не тоже серьезный.
называется «Товарищи родители». Но я ее для себя писал, а потом Маша сказала, что она актуальна для всех. Как ангел света, и в тебе все знания отца. Только кто малыш, уверен в этом, кто узрел, что ты дитя дворца, приняли тебя чужие руки и чужие над тобой глаза, стены, лица, запахи и звуки, и совсем чужие голоса. Товарищи родители, признаться не хотите, что мы живем лишь только для себя. Ага, и день за днем, и день за днем своих детей мы предаем, чужие руки отдавая их любя. В этом мире все наоборот. Кто-то взял и горизонт их сузил, а вся вселенная с надеждой ждет, что, может, ты разрубишь этот узел, а ты в кроватке крепко связанный лежишь, как арестант, и все пытаешься понять, зачем и кто такое сделал жизнь. И остается только плакать и орать. Товарищи родители, признаться не хотите, что мы живем лишь только для себя. Да-да, и день за днем, и день за днем своих детей мы предаем, чужие руки отдавая их любя. И начинают дети сомневаться во всем, что им родные говорят, пытаясь в жизни сами разобраться, а в неудачах всех родители винят. И тот же бег по той же древней схеме, где ясли, садик, школа, институт. Все сделано, чтобы винтиком в системе ты стал, и мама с папой не спасут. Товарищи родители, признаться не хотели, что жили мы себя одним любя. Да-да, и чтобы это поменять, и для детей друзьями стать, нам нужно изменять сами себя. Богатым быть не значит быть счастливым, быть плохо бедным, слабым и больным. Осознанность в делах необходима. Достаток людям всем необходим. Приходит счастье к тем, кто верит в счастье. Пойми, ты сам творец и выстремись. Живое вечно служит человеку и наполняет смыслом нашу жизнь. Товарищи родители, в небесной обители все дети видят ясные пути. День за днем и день за днем с детьми мы вместе познаем весь мир, живя в согласии в любви. Не будет так, ты приходишь в мир, как ангел света, и в тебе все знания отца. И весь мир, малыш, уверен в этом, знает он, что ты дитя Творца. Приняли тебя отцом руки и родные над тобой глаза. Запахи цветов, вселенной звуки, шепот трав и птичьи голоса. Расставляя над страной моей.
цвет. Паутину хитрых идей. Но скоро, скоро древний народ, тот, что долго спал в тяжком сне, разорвет и проснется ли я по весне и обнимет землю свою и под улыбки пошлет и как встать жить будет в раю и земля как сад расцветет. Захвати удачу с собой. Захвати.
цвет кожи и не похожи лица. Но как еда искрится, солнце улыбка твоя. О, как спокойно с тобою, если ты рядом со мною. Самая нежная в мире, мамочка, мама, мама. Самая нежная в мире, мамочка, мама, мама. Как же нам хочется в детстве стать поскорее взрослее, чтобы гулять сколько хочешь и телек смотреть до поздна. И ты нас во всем понимаешь, на все почему отвечаешь, нам песни поешь и читаешь. Мамочка, мама, мама, и сказки сама сочиняешь. Мамочка, мама, мама. Ну, а потом вырастаем, и в жизни из гнезда вылетаем, судьбой в рулетку играем, по планам чужого ума. Но чтоб не случилось, я знаю, ты любишь меня и скучаешь, и весточки ждешь и скучаешь. Мамочка, мама, мама, и весточки ждешь и скучаешь. Мамочка, мама, мама. А мы, как всегда, уезжаем, и письма писать забываем. Невольно тебя обижаем, но ласково смотрят глаза. Как жалко, что жизни дороги нас снова с тобой разлучают. И слова упрека не скажешь, а скатится только слеза. И слова упрека не скажешь, а скатится только слеза. Время течет рекою, мы сами давно сединою. Мечтаем, чтоб дети вернулись, звонка ждем от них и письма. И только сейчас понимаем, что пережила ты, родная. Самая нежная в мире, мамочка, мама, мама. Самая нежная в мире, мамочка, мама, мама. Буквы всего четыре. Самая лучшая в мире, самая милая слово. Все времена, взрослые и каждый ребенок шепчут почти что с пеленок. Это волшебное слово, мамочка, мама, мама. Это волшебное слово, мамочка, мама, мама. Разделяют нас с тобой часовые пояса. Жизнь идет только где-то на земле и в небесах. Лёгкий двигает по кругу на невидимых часах. Я сижу у пустарички, попиваю кофеёк. В котелочке закопчённом остывает кипяток. Я как будто бы в походе и готовлю на костре. Вот сижу и размышляю, вспоминая о тебе. Вот сижу, а кто-то где-то на земле. В небесах стрелки двигает по кругу на невидимых часах. Как ты там сейчас, наверное, поливаешь огород? Ну а здесь все с этим делом, с точностью наоборот. Третий день дожди и тучи, и я у дождика просил, и у солнышка просил, чтобы завтра выходило, и денек похожий был. Я просил, а кто-то где-то на земле и в небесах, стрелки двигает по кругу на невидимых часах. Только-только солнце село, загорает, что местный люд, то таксимой, то тунгусской, то шаманкой зовут. Это местное поверье, что когда-нибудь она то ли сядет, то ли встанет, в общем, спрятет она сна. Может быть, ведь кто-то где-то на земле, в небесах стрелки двигает по кругу на невидимых часах. Да Бог
слез горы этой, пусть стоит себе как есть. Мне б свои дела закончить, взять билет и в поезд сесть. И со скоростью состава километры убавлять. Поскорей домой добраться и к груди тебя прижать. Поскорей, кто-то где-то на земле и в небесах стрелки двигает по кругу на невидимых часах. Ну а если разобраться на земле и в небесах, стрелки двигаем мы сами на невидимых часах. Стрелки двигаем мы сами на невидимых часах. Стрелки двигаем мы сами на невидимых часах. Как с ребятами встретился? Они такую историю рассказывают. Наши выходят, там сажают, чай, там, там семечки держат, за щекой как надо. А у них не место. А мужик из дома выходит, там всех сажает. Так. У него все прет, пострашно сидит. Они это дело посмотрели. Он дальше выходит. И что он говорит? На века! Элементарно просто. Написалась такая песня. Yeah.
Сейчас поедем, съездим в Японию. Когда в Японии наступает весна и зацветает их любимая сакура, но как оказалось, сакура это неисконно японская вещь. То есть вот у нас есть информация, что и так примерно 6 тысяч лет назад это дерево очень было распространено на территории России. Но потом сохранилось только в Японии, и слава богу. И когда зацветает сакура, она цветет молниеносно, то есть цветет, сразу опадает на цветочки. А японцы, они народ такой интересный, созидатели и наблюдатели. Там синтоизм, буддизм, эти две религии, они развивают в своей базе созерцания. То есть за всем сущим и радостным. Вот они ставят столики, стульчики в этих садах и наблюдают, и балдеют. Я думаю, мы в своих родных поместьях тоже, ну, я-то с вами точно буду ставить сакуру. Вот. А где-то вчера ребята на концерте сказали, что у них... Она разве не боится балдеть? Я думаю, что нет. Как и вишня, любая. Если с ней договориться, если вокруг все будет обсажено, живым заводом, то я думаю, что все хорошо. И вот такая песня. Подставляя розовые листья, слов сейчас не нужно даже о любви, только восхищаться красотой этой и в благоговении молча наблюдать, только наслаждаться теплотой цвета и в восторге тихом чудо созерцать. В восторге тихом чудо созерцать. Бабочка грозы в воздухе рук. Бабочка грозами с веточек срываясь, в воздухе кружа, в танце у земли, от дыхания ветра сакура роняет лепестки волшебные, волосы твои, и душа поет в тихом возбуждении, звучит в пространстве музыка и творца. О, остановись, чудное мгновение, и пускай над миром правит красота. Чистого ручья, будем сюда
богицей, с любовью на друзей смотреть. Ведь этот день уже не повторится, ведь этот день уже не повторится. Черным хлебом и с них и провел и любовь. Небесам расскажем мы друг другу и гитару спутницу души. Пусть им позабывшимся кругу, пусть им позабывшимся кругу. Здравствуй, жизнь, и новый день приходит с постойком.
Нас
такая фраза, которую все знают, и песня. Пожалуйста. Давай, спасибо. А на земле